Спасибо, я так тебе благодарна. Господи, ну я не знаю, это праздник, понимаешь, для меня это праздник. Заслужила! Ой, я не могу, это же... Ты понимаешь, это не стиральная машинка, это просто космический корабль. Я об этом всю жизнь мечтала, там столько, там пупочек столько, там... Ты меня один вопрос. Один. Хоть сто. Ну. Зачем тебе третья стиральная машинка? Задаешь, я просто интересно, ответь. Ну, хорошо, я тебе объясню. Первая стиральная машина. Она ненавидит меня. Ну. Просто она не стирает. Ты понимаешь, да, принципиально. Я носок вчера стирал, нормально стирал. Ты один стирал? Ну, да, один. А ты два постирай. Это надо просто... Проехали. Ну. Что со второй у нас? Ну, вторая, ну, я не понимаю, понимаешь, ну, совсем, ну, отстойная. Ну, нормальный аппарат. Ну, ты же меня купил 100 лет тому назад. 4 месяца. Четыре месяца аппарат. 4 месяца. Ну, функции сколько? А сколько там функций? Там вообще, там ничего. Там 140 функций, всего на все. Ну, а в новой? В новой, сравним, в новой. В новой в два раза больше. Ну, сколько? 145. Ладно, куплю. Давай, мой маленький. Волнуешься? Волнуюсь. Итак, давай, легким движением руки, каким пальчиком работает? Так, я не знаю. Каким пальчиком? Вот набираем код. Набираем код. Достаем бабло. Махалай. Денежки вынимай. 7, 3, 5. Хоть бы денежек хватило, Ну давай, миленький, 7, 3, ну давай, осталось всего ничего до закрытия магазина. Давай. Вот этим пальчиком, давай, быстрее. Ну. Слушай, я забыл код. Ты, слушай, нашел время шутить, я не знаю. Я на самом деле забыл. Ой, это лучшая шутка, ты выяснил свое лицо. Это я вообще, я не могу, я сейчас умру от смеха. Ты забыл код, да? Я забыл код на самом деле, что смешно? Ты забыл код? Я забыл код, наконец дошло. Я придумал хитроумную комбинацию, слетела с головы. Господи, ты что, серьезно, забыл код? Я забыл код. Господи, осталось 10 минут. Ну что? Что делать? Давай, так, все. Так, собрались. Вспоминаем вместе. Давай. Ну ты же что-то это придумывал по ассоциациям. Там серьезная вспоминай такая комбинация была. Вспоминай ассоциацию. Ну я не каждый день сюда хожу, я вылетал из башки. Я не знаю. Ну, давай, что это было? Это объем бедер твоей секретарши. Это я запомнил. Так. Кот, вспоминай. Ну, господи, я же просила тебя, я же умоляла. Не для себя просила, для своей мамы, для этой святой женщины. Пошли нормального зятя, с хорошей памятью, пошли зятя. А что ты наезжаешь? Я нормальный мужик, я тебя не змеяю, не пью, не курю. Совсем обленился, сволочь. Господи, боже мой. Вот, как можно было забыть? Не забыл. Как? Что, это высшая математика, что ли? Как можно было забыть, кот? Теперь меня не будет. Это не будет. Машинки этой бесшумной. Мы живем в 100 метрах аэропорта. Рядом железная дорога. Зачем тебе бесшумная стиральная машина? Не хочу слушать. Кот, вспоминай. Господи, я стараюсь. Как я вообще скучаю по тем временам, когда любую проблему можно было решить обыкновенным жертвоприношением. Прям взять топор и вот так рубануть. Знаешь, я так уверовал, что я не забуду код, я съел бумажку с цифрами. Что ты сделал? Съел как разведчик. Они едят, и я насмотрелся. Ты понимаешь, что ты натворил? Ты сожрал нашу последнюю надежду! Зачем ты это сделал? Я эту бумажку съел. Ну, ты понимаешь, что ты... Пупсик! У тебя из этой ситуации есть теперь только один выход! Что, с ума сошла, что ли? Вообще, что ты плетешь? Да я не про это! Кот, вспоминай! Через 30 лет будет такая же акция, купим новую машину. Мама твоя не увидит, но мы купим нормальную машину. Типун тебе на язык! 30 лет, господи, боже мой! Вспоминай, кот! Зайка, я стараюсь. Такая тебе зайка! Зайка! Ну на что? Уши глянь свои, на уши посмотри. Да пошути, ладно. Между прочим, прежде чем женщину назвать зайкой, надо прикинуть, хватит ли у тебя на нее капусты. И не подведет ли морковка в самый неподходящий момент. Вот тебе скажи честно. Вот ты помнишь вот этот фильм «Основной инстинкт»? Ну-ка, да. Вот,
Вот ты помнишь эту сцену, где Шерон Стоун перекладывает ногу, вот это вот. Ага, я вижу, я по твоему лицу вижу, что ты эту сцену на всю жизнь запомнил. А вот карты забыл. Как можно? Совсем меня не любишь. Кто? Да я тебя обожаю, я за тебя могу умереть на самом деле. Шиш тебе! Сначала код карты вспомни. Вспоминай. Вспоминай. Хотя что ты можешь вспомнить? Ты посмотри на себя, на кого ты стал похож. Посмотри на себя. У тебя же мозги заплыли жиром. Я тебе 100 раз говорила. Занимайся физкультурой, занимайся физкультурой, физкультурой. Не надо сейчас, поздно. Сейчас кот вспоминай. Боже мой, жрет. Просто сутками жрет. От холодильника не отходит. Только дверцы. Хлоп-хлоп. Когда? Когда? Всегда. Вчера, например, на ночь. Ну, я не жрал, ну, я отбивался. От кого? Я хотел ночью холодильник помыть, ну? Очень хотел. Они на меня напали. Кто? Да много их было. Колбаса, сосиски, винегрет. Коньяк особенно свирепствовал. Хватит мне лапшу на уши ехать. Минута осталась до закрытия магазина. Вспоминай код, придурок! Я вспомню. Ну и что? Магазин уже закрылся. Вспомню. Ноль. Не подсказывать. Ноль. Ес. Это специально я замысловатую комбинацию придумал, чтобы негодяи, чтобы банкоматные воры не украли наши денежки, наши кровные денежки, которые мы хотели бы потратить на твою машинку. Хорошим наши денежки. Money, ту-ду, эйди гради ту-ду, пени фа-чи-фа, бэ-бэ-бэ-бэ-бэ, money. Чтобы не украли деньги. Это ты полчаса вспоминал, 4-0! Я хотел как лучше, я придумал посложнее, чтобы запутать негодяев. Дура, ты идиот, да чтоб ты сдох, зараза такая. Что ты расстроилась? Зачем мне это надо? Зачем мне это надо?